Добрый день, компания OEMZAP.ru. Быстренький такой обзор по двигателям, что можно исполнить, чего нельзя. Все, кто к нам, ну, у нас обслуживаются, знают. Сейчас вот появились двигатели, мы их восстанавливаем. Предлагаем на рынке вот контрактные двигатели, уже перебранные, что существенно делаем. Мы разбираем целиком двигатель. Двигатели меняем при необходимости коленвал, если не нужно, оставляем. Меняем вкладыши, комплект цепей, ставим новую голову, распредвалы, гидрокомпенсатор. И уже много людей у нас, кто поставил эти двигателя. Вот сейчас попробовали такую инновацию попробовать. Все, кто юзает Grand Starex и Sorento, знают, что есть двигатель на 145 сил, есть двигатель на 174 силы. 145-5-сильные они выпускались где-то с 2003 по 2007 год. В чем особенность? У них не было вот здесь вот под вакуумный насос стоял на генераторе, и топливная система отличалась. Так вот, мы попробовали уже не раз, можно будет взять, удешевить, если у вас при, допустим, ремонте, точнее, когда у вас двигатель сломался, выяснилось, что еще и топливка навернулась, то, наверное, наиболее дешевым вариантом для вас будет взять двигатель, вот мы уже предлагаем, с форсунками от 145-сильными. Двигатели ходят, форсунки работают, сейчас, понятно, начнется смута в интернете, расскажут, что это все бред, так не должно быть, не знаю, мы, грубо говоря, другу нашего начальника поставили такой двигатель, вот уже 4 месяца ездит, проблем нет. Что делается? Ставится постель на 145 сил, не на 174, на 145, потому что вот эти вот держатели форсунок, они не подойдут, вы не сможете форсунку вставить и закрепить, она будет на излом, это неправильно, потому что будет оттуда газить, будут сгорать форсунки, коксоваться масло, будете капиталить двигатель. Поэтому берется она, внутри стоит 145-сильная постель, берутся держатели на 145 сил, болты, они что на 174, что на 145 сил одинаковые. И устанавливаются вот эти форсуночки 4А-3.0, у нас их просто миллион, потому что пришло куча контрактных двигателей. Поэтому пока еще есть, можете удешевить ремонт и поставить вот эти форсунки, все будет бегать, ходить, насос остается ваш старый, либо у вас 450 на конце, либо 420, где-то уже на более свежий, где в топливной рампе, допустим, если брать Grand Starex, нету дозатора. Таким образом, инновационная идея прям просто. В принципе, я говорю, народ, кто знает, сейчас новая форсунка, допустим, от 74-сильного, стоит где-то порядка 15-16, не знаю, какой-то кризис с ними наступил. 3.0, вот у нас, допустим, они восстановлены, проверены на стенде, с гарантией побегают, в общем. Поэтому подписывайтесь на наш канал, придумывайте себе различные веселья с этим двигателем, оставляйте комментарии, звоните, пишите, приезжайте, узнайте больше о ремонте корейского автопрома и вообще, что можно сделать с этим двигателем легендарным D4CB.